Весна пришла, плотва пошла. Всем привет, друзья и подписчики канала, а также гости, которым я всегда очень-очень сильно рад. Ну, вместе с ходом плотвы, естественно же, к нам пришел и нерестовый запрет на рыбную ловлю. Но, тем не менее, есть небольшие отличия в разных областях нашей страны, поэтому заходите на сайт Госрыбагентства и там проверяйте данную информацию. Но в целом по Украине нерестовый запрет начинается чаще всего с 1 апреля. Я нашел приказ Госрыбагентства от 15 марта 2021 года. Могу сказать следующее, что разрешено. Значит, разрешено в нашей стране ловить на одну удочку, на одного человека, одним крючком. Также разрешено ловить на один фидер с одним крючком на одного человека. Либо на один спиннинг с одной приманкой на одного человека с берега. Также хочу отметить, что разрешено вылавливать до 3 кг рыбы на одного человека. С 1 апреля по 9 июня включительно. А также есть ограничения на размеры рыб, которые предусмотрены нашим украинским законодательством. Запрещено ловить с лодок, запрещено ловить на зимовальных ямах, также запрещено ловить в определенных местах, на которые распространяется запрет. Карта запрета есть на сайте Госрыбагентства, и вы, соответственно, можете с ней ознакомиться, когда зайдете на этот сайт. Всем желаю приятного времяпрепровождения на берегу и ни хвоста, ни чешуи. Пока!